Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Mercedes C43 AMG. Ремонт задней части. Итак, разберу заднюю часть машины и потом установлю ее на стапель. Машина разобрана и установлена на стапель. Электронику и обшивку вытяну во время вытяжки. Итак, вытягиваю правую сторону. Теперь удалю часть поврежденных деталей. Они мне мешают. Смотрите, в этом месте весь металл поврежден, и здесь тоже. Все это я заменю. Продолжаю вытягивать. Теперь удаляю четверть. В местах, где есть клей, я нагреваю.
Итак, поврежденный металл, мешающий ремонту, удален. Чтобы вытянуть эту деформацию, мне надо нагреть это место. Грею и вытягиваю. С вытяжкой я закончил, теперь подровняю несколько вмятин и затем удалю мятый лонжерон. Делаю измерения. Левый лонжерон нужно слегка подтянуть влево. Размеры взял с донорского куска. Теперь все чудненько. Теперь с донорской части я возьму нужные мне детали. Как можете видеть, эта часть тоже не фонтан, имеет вмятины. Ладно, разбираю. Итак, теперь есть все детали для замены. Теперь начинаю устанавливать детали и приваривать их.
Теперь немного подровняю левую сторону и затем начну установку остальных деталей. Ну что, задняя панель приварена. Теперь подгоняю места стыков на заднем крыле и примеряю его. Итак, все зазоры в порядке. Буду сваривать. Сначала левую сторону. Теперь правая сторона. Снимаю крыло, промазываю клеем герметиком и ставлю обратно. Но сначала обрабатываю внутренние полости антикором. Итак, крыло приварено. Этот сварочный шов заливаю оловом.
Теперь швы герметика и немного покраски. Итак, лонжерон покрашен, теперь могу собирать. Устанавливаю бак, подвеску, фонари задние и бампер. Моя работа закончена. На эту работу ушло 86 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!